Всем привет, друзья! Это новый выпуск нашего шоу. Привет, друзья! Я Ида Галич. Ида Галич. А это Даша. Даша бывшая участница группы Серебро. У нас должен быть здесь один блогер, который не приехал сегодня. Но на самом деле мы делаем так. Здесь будет сидеть блогер, то бишь я. Ты отвечаешь за артистов. Хорошо. И нам нужна простая смертная душа. Кто-нибудь, пожалуйста. Катюха, Катюха. Здрасте. 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 Это Катя. Сегодня мы тестируем тональный крем, друзья мои. О, вау. И сегодня мы будем тестировать, какой же крем будет самый лучший. Дорогой, дешманский, который у тебя, скорее всего. Наверное, да. Мы позвали специальных людей, которые сделают наши проблемы, проблемные места, более ужасными, максимально ужасными. И уже потом мы будем замазывать это все тональным кремом. Итак, друзья, round number one. Я ему говорила, за что, Вася? Я просто хотела покататься на Каене. Я не увидела поворот. Ида. А, ну так. Значит, любит. Ты так замуж вышла? Конечно. Сейчас слышала, что они называют это beauty blender. Beauty blender — это то, что мне стоит на кухне и делает мне морковный крашни. Но мне замазывается, посмотрите. Да. О! Специально замазывалась, смотрите. И у тебя я не замазываю. И у вас у всех реально замазывается. Вообще, уважаемый хейтер, даже если ты меня подловишь около моего дома и дашь мне в глаз, я все равно буду снимать свои ролики, потому что тон замазывает мои синяки. Но это не повод к инсульте, то есть не нужно так делать. Бьюти-блогеры. Итак, мы замазали наши недостатки, которые нам нарисовали. Естественно, у нас нет недостатков. Конечно. То есть только достоинства. Я вот собаку однажды гладила. Это что? Однажды все. Школа дешевых понтов. Самая главная проверка для любого тонального кремушки — это, конечно же, белый цвет. Для того, чтобы проверить вот белые футболочки, нам нужен какой-нибудь классный мужичок. Есть в зале классный мужичок? Мужчинка! Вот, потрясающе, иди к нам. Друзья, смотрите, какой хороший, жалко женатый мужчина, который зовут Натан, правильно? Натан, между прочим, очень известный хип-хоп исполнитель, правильно? Да. Короче, Натан, зачем мы тебя позвали? Мы сегодня с девочками тестируем тональный крем. И нам нужен мужчина, чтобы мы, простите меня, твоя жена, немножечко об него потерлись. Потому что, знаешь, есть такая проблема, когда ты встречаешься с молодым человеком, такой, здороваешься с ним или что-нибудь еще, и остаются такие пятна. Остаются, да. И у тебя есть три футболки, и мы сейчас проверим, какой тональный крем останется больше всего на твоей футболочке. Так опасно для всего дома, да. Я согласен, моя девочка. Бум. Смотрите, Натан пьет из моей кружки. Вот он. Этот кроватик. Короче, друзья мои, смотри, вот все, мы готовы. Почему мы водолазка? Водолазка — это дичайшая проверка для тонального крема. Да. Каждая девочка знает, что когда снимаешь водолазку, все остается на воротнике. Да. После всего, знаешь, все, что было на воротнике. Я забыла, что я старая, извините, да. О, как зовут твою жену? Настя. Уважаемая Настя, все, что вы сейчас увидите, это только, для того, чтобы сделать смешное, классное шоу. Все это неправда. Я бы очень хотела тереться об Натана, но я, честно, делаю только ради нашего влога, правда. Катя, ну, в смысле постановка? Я реально пришла потереться об Натана. Мне сказали, что я потрусила об Натана. Я не знаю, что там происходит. Я поэтому не А, вот она, вот. Вот так у меня происходит на концерте. Катя, простите. Я все. Это палево. Все. После концерта прийти вот так, это спалит сразу. Приглашайте чаще. Подожди, а как это реально происходит, когда они специально так трутся?
Это так по-семейному? Ну что же, сейчас мы снимем эти водолазочки и узнаем, у кого самый говнотон, а у кого самый лучший тон. Во-первых, расскажи свои впечатления. Обычно в Казахстане не все так происходит. Под номером один танцевала участница Ида Галич. Смотрим белую футболку Натана. Вот так она выглядит. Вот так. На ней, кстати, вот не очень много. Наверное, потому что все стерлось об Натана. Ну, я очень старалась. А на водолазке вообще ничего нет. Смотри, ну я была очень осторожна, но тем не менее мой тональник. Не, ты хорошо в него поделалась. Да? На самом деле, мне кажется, твой тональник лучше всех себе повел. Так, а ого! Все, ты больше не лидер. Ну слушайте, на самом деле, вот давайте так, с белыми футболками не справился ни один тон. С черными водолазками справились два тона, и не справился твой. Натанчик справился совсем. Совсем. Ты такой, ягода конфета. Спасибо большое. Не человек, а мед. Это мы договорились, да, так? Смотрите, короче, у нас сейчас задача такая. Проверить, насколько сильно хорошо тон справится с татуировкой. Друзья мои, вот результат. Это мой тон. В принципе, справился на 2 с плюсом. Это тон Екатерины, а это тон Даши. Даш, а ты краской херачила просто? Ну, посмотри, это мой тон. А дайте ей малярную кисть просто. Давайте проверим. Вот мой так стирается, смотрите. Так, Катин. А мой? Итак, друзья мои, время подвести итог сегодняшней программы. Давайте все-таки раскроем завесу тайны, у кого какой тональный крем. У нас представлен балет, у нас буржуа и у нас Dior. 60 рублей стоит балет. Слушайте, но он неплохо справился с засосом, правильно? Неплохо. Буржуа. Ну, блин, мне кажется, кто бы не терся об натану, там в любом случае останутся следы. Вопрос тонального крема или нет. Итак, расставляем места. На первом месте у нас оказывается кто? Херали. 2100 рублей. Из моего кармана, да? А я заберу себе, можно? Да. А ты заберешь себе балет. Спасибо. А мой сколько стоит? 670 рублей. Я считаю, что вот первое место, потому что соотношение цены и качества. Действительно, законное первое место. Ура! Второе место и третье место. А мой уже порвался, смотрите. Давай, наверное, потому что у тебя были ножницы в руках. Точно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте вот такие вот значки. Самое главное, что пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы мы еще проверили. Возможно, тени, да, какие-нибудь же еще существуют, румяшки, все, что... Да вообще есть... куча всего. Натана, поверь. Тени, румяшки, да. Тени, румяшки. Все, пока-пока. Пока. Салют, с вами Реставратор, и это Versus Battle. Ну что, пошли! Шик, блеск, борода, ты думаешь, это да? Если бы не было бороды, я бы сказала, отсюда иди. Раунд! Ты знаешь мой счет в банке? Попробуй обналичь. Ну и что, что ты Ида Галич? Я в твой вайн пришел бесплатно. Вот попробуй выгони меня обратно. Раунд! Я в детстве ненавидела матан, если понимаешь, о чем я говорю, натан. Йоу! Я официально заявляю, что это был самый офигенный Versus Battle. Versus Battle. Сейчас. Мы никого не хотим обидеть. Все очень круто, все большие молодцы. Натан, правда, спасибо, что пришел. Все, спасибо тебе за приглашение.